Библейский портал «Экзегет» мы получили такой вопрос, на который я попытаюсь ответить. Что, знает, что значит «молиться непрестанно»? Разве это возможно осуществить? Во-первых, если апостол это говорит, апостол не говорил бы какие-то вещи, которые невозможны. Если апостол завещает нам молиться непрестанно, мы просто, во-первых, можем довериться Его Слову, а мы можем довериться опыту святых, которые стяжали непрестанную молитву. Это больше, больше касается таинства Иисусовой молитвы. Но и если мы отчасти приобретем искренностью, усердием, постоянством свой маленький опыт, в молитве. Не просто молитва, которую мы читаем утром, вечером отстаиваем на богослужениях. Это все-таки молитва ограничена отрезками времени. Но если мы утром употребили время на молитву, вечером, пусть даже среди дня, остальные отрезки нашего бытия остаются незаполненные Богом, и в эту, в эту пустоту может войти посторонние. Традиция умной молитвы, Иисус свой предполагает максимально непрестанное произношение ее сначала в словесной формулы, словесной ее формы. Человек навыкает по мере возможности, насколько ему позволяют обстоятельства жизненные, говорить и говорить, говорить ее непрестанно, устную форму. Сначала это бывает непривычно и очень сложно. Но по мере привыкания, наговаривания ее, это постепенно начинает переходить из непривычки в привычку. Это становится, становится просто привычкой по многоделанию этого и непрестанного делания. Непривычное становится привычным. Мы ее говорим и говорим, говорим и говорим. Сначала просто устную ее форму. И то, что мы говорим очень много, не только говорим, я буду употреблять слово ⁇ делаем ⁇ То, что мы делаем очень много, часто усердно, переходит из области логики в область интуиции. Многие вещи, которые мы сделали миллион раз. Мы можем их сделать уже интуитивно. Наша психосоматика настолько сроднилась с этим деланием, что нам не нужно обдумывание процессов этого делания. Вот мы дышим, мы не анализируем в наш вдох и выдох. Мы просто дышим целый день и всю ночь. Мы просто дышим. Так вот, если... Молитва в связи с искренним употреблением ее максимально непрестанно и долго, она переходит из области логики в область интуиции, и мы ее просто начинаем делать интуитивно. Область логики и область интуиции это разные области нашей психики. И поэтому вот иногда задают вопрос. Я работаю, моя работа связана с умственным трудом. Я понимаю, что на конвейере человек, делая машинальное что-то, он может заниматься Иисусовой молитвой. А как же я могу, занимаясь умственным трудом, не терять молитву? Конечно, для вас это, я говорю, сложные вещи, потому что вы просто этим не занимались. Но святые отцы, которые понуждали себя на это делание, в какой-то момент их молитва переходила в область интуиции, и логика делала одну работу, а интуиция делала другую работу. Это как если вот я сейчас отвечаю на этот вопрос и имею страх Божий, и отчасти присутствую перед очами Божиими. Я помню, что на меня смотрят не только операторы и ведущий, на меня смотрит еще сейчас Бог. И это во мне происходит частью моей интуиции, потому что моя логика вот здесь находится, в тексте, а интуиция предстоит перед Богом. Но, конечно, это трудно объяснять человеку, если он этим не занимался. Мы иногда можем просто довериться опыту святых. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.